Близость власти к каждому жителю Самары становится реальнее с каждым днем. В Самаре уже прошли публичные слушания, где жители одобрили смену статуса Самары на городской округ с внутригородским делением. Когда все вопросы районного значения решаются, что называется, не отходя от кассы. Для этого у районной власти появится собственный бюджет. Он сможет пополняться, помимо всего прочего, и от налоговых сборов. Теперь важно, чтобы в райсоветы попали люди, лично заинтересованные в судьбе района. В райсоветах должны быть представлены люди, которые фактически живут в этих районах, в этих домах, которые выходят как раз из подъездов, ведут детей в детские сады, которые расположены на этой территории, в школы, ходят в эти поликлиники. Они приезжают, там, как часто бывает, с коттеджей, там, расположенных в совершенно другой стороне. Итоги работы Всероссийского совета местного самоуправления в Самарской губернии за 3 года подвели на отчетно-выборной конференции. Среди российских регионов Самарский в лидерах по активности движения ВСМС. Реформа уже движется, она уже продолжается. Сегодня многие уставы приводят в соответствие. И я думаю, в ближайшие год-два последнее муниципальное образование все перейдут на новую форму управления. Главный лейтмотив органы местной власти должны быть как можно ближе к населению, к общественности. На конференции выбрали также новых членов регионального отделения общественной организации ВСМС. Состав сменился почти наполовину. Молодежь активно включается в работу. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.